Всем привет, друзья! С вами Сергей, и это вторая часть о том, как сделать самодельный хук пуча своими руками. Хук высох и очень крепкий. Теперь нам нужно придать ему форму. Для этого мы зарисуем некоторые части, где нам нужно будет сделать углубления. И сделаем их напильником. Поехали! Вот я и закончил придавать форму нашему хуку. Я закруглил его его стороны напильником, прошелся мелкой шкуркой, а еще проделал углубление там, где ранее зарисовал карандашом. Теперь нам нужно покрыть хук слоем ПВА и оставить сохнуть, а после покрыть слоем шпаклевки и зачистить наждачкой. Приступим. I've been killing shit since 96. Make legend rappers my sidekicks. Tell record labels no mind tricks. I got cosigns, a whole line of it. Let's get it. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. Вот и все. Наш хук я отшлифовал, и он стал более гладким и крепким. Также нам нужно не забывать про цепь. Цепь будем делать и крепить так. Вот. Разрез. Далее будем делать разрез, ну, с другой стороны ставить. И далее тоже с другой стороны. Так друг на друга 10 раз. Потом я уже вот скрепил. Мы будем также скреплять цепь. Разрезы сделали только для этого. Вот, мы будем вот так вот разделять, потом разрез помещать в дырочку, и тут будем скреплять. Вот, скрепить буду я при моментом. Вот, далее мы скрепим нашу цепь с главной частью. Вот, теперь давайте покроем наш хук клеем ПВА для более твердости. Ну, поехали. А теперь давайте покрасим наш хук. Красить я буду только затемненные места, где мы проделывали углубление для нашего хука. И так как у меня шпатлевка очень, ну, похожего цвета, как и на картинке, но буду делать только вот здесь. Ну, немного сделаю затемнение. Также цепь я хочу оставить такой же белой, но она мне нравится. И по вашему желанию ее можно, конечно же, продлить. Но я оставлю такой. Или может увеличу. Вот. Приступим к покрасу.
Вот и подошла к концу вторая часть о том, как сделать хук пуджа своими руками. Вот такой здоровский хук у нас получился. Ну а если вам понравился ролик, то подпишитесь на канал и поставьте большой палец вверх. Это поможет более быстрому выходу нового видео. Ну, до скорой встречи, ребятушки. Всем пока.